можете воспроизвести вот именно вот Икару, раз вы зоветесь, что-нибудь из этих сновиденческих, правительских оттуда, да? Треков. Да, да. Это интересно, потому что первый раз, который меня просит петь Икару. Да? Меня, да. Ну, это очень хорошо. Таня, у вас первая. Не знаю, если квадро слышно. Слышно? Да. Значит, это четырехструнная гитара. Ага, да. Маленькая. Квадро колумбийска и из Венесуэлы. Настоящий курандерос только что был у нас в эфире. И есть это Икара Вальдерама, который приехал сюда с концертом. И не только с концертом, который состоится завтра, но завтра же еще у вас еще подразумевается и мастер-класс.